ученик легендарного тенора Лучано Паваротти, обладатель уникального диапазона, участник телевизионных шоу и лауреат международных конкурсов. Игорь Манаширов – частый гость на челябинских сценах. У нашего зрителя имя этого артиста ассоциируется с детским благотворительным фондом «Андруша», попечителем которого он является. О своих заслугах говорит неохотно, зато учителей вспоминает с теплом и благодарностью. Два человека.